Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поговорим про так называемое белое пиво. Многие из вас знают, что такое белое пиво, но выходит так, что каждый подразумевает под этим что-то свое. Поэтому, для того, чтобы мы с вами лучше понимали друг друга, расскажем вам про возможные варианты. Во-первых, это может быть бланш или витбир, что дословно переводится как белое пиво, то есть это бельгийская пшеничка с цедрой и кориандром. Далее, под белым пивом многие понимают абсолютно любое нефильтрованное пшеничное пиво. Некоторые подразумевают под этим абсолютно любое нефильтрованное пиво, вне зависимости от того, пшеничное оно или нет. Ну а кто-то ищет какой-то конкретный сорт с названием «белое». Как видите, вариантов не так уж и мало. Надеюсь, мы помогли вам разобраться с тем, что же может означать этот термин. А что понимаете под названием «белое пиво» лично вы? Пишите в комментариях.